Привет! В эфире ваш проводник в мир прекрасного настроения и выходных. Чем заняться в большом городе, узнаем из обзора прямо сейчас. Поехали! В пятницу на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится концерт двух старейших школ искусств России. Творческая встреча пройдет под эгидой проекта «Наследники Победы». Выступят музыканты из Самары и Санкт-Петербурга, прозвучат стихи и песни о войне. Начало в 16:00. С 13 марта всех ждут в Самарской областной юношеской библиотеке на виниловый вечер. На этот раз он посвящен Дэвиду Боуи. На встрече покажут концерты, редкие интервью, лучшие клипы и фишка вечера – музыка на виниловых пластинках. Единомышленников ждут к 6 вечера. В особняке Наумова премьера мистического триллера «Зеркало». Сильно испуганная молодая девушка попадает в психбольницу. Она умоляет об одном – уничтожить проклятое зеркало. То, что она рассказывает о произошедшем с ней, повергает в ужас. Разгадки 15 марта в 19:00. На улице настоящая весна. Во дворике музея модерна возвращается традиционный самарский джаз. В пятницу вечером для гостей выступят городские романтики. Они знают, что делать с гитарой. Что бы ни происходило вокруг, они продолжают петь о любви, и в их песнях оживают очаровательные красотки, разбивающие сердца, элегантные джентльмены, застенчивые девушки, решительные кавалеры и меланхоличные влюбленные. В субботу с 6 вечера в Самаре произойдет стихотворная магия. На Ленинградской 23 свои стихи зачитает как известный поэт, так и любой гость. Свободный микрофон для всех желающих блеснуть своим творчеством. На этом все. Всего вам доброго. До встречи.